Добрый вечер. Несколько слов о погоде на завтра. В субботу циклон, продолжающий свой путь на восток региона, окажет свое влияние и на погоду Южного Урала. В облачном покрове появится прояснение, снег станет менее интенсивным. Однако ослабление морозов окажется кратковременным, ведь уходя циклон начнет вовлекать в наш регион новые порции холодного воздуха. Во всех городах Челябинской области облачно, местами небольшой снег. Но кое-где солнце все-таки выглянет. Так, на юге в Карталах 16 ниже 0. И на 1 градус меньше в Магнитогорске и Троицке – минус 17. В Южноуральске и Златоусте еще холоднее – 18 градусов. Что говорить про север региона, там вновь стужа. До минус 19 в Верхнем Уфалее и Сатке. Завтра в Челябинске облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный – 4,9 метра в секунду. Ночью в городе, как и накануне, 25-27 со знаком минус. Днем тоже мороз – около 20 градусов. Атмосферное давление изменится незначительно и по-прежнему будет выше нормы. К этому часу это вся информация о погоде. Данные от Центрофобос. С вами был Алексей Мороз, и я желаю вам хорошего вечера и такого же настроения.